Фотографа Дениса Синякова, арестованного вместе с участниками сентябрьской акции «Greenpeace» в Арктике, выпустили под залог. Несколько дней друзья и коллеги дежурили у следственного изолятора «Кресты», где с момента перевода из Мурманска находился Синяков. Решение об освобождении под залог было принято еще в понедельник. Несколько дней ушло на согласование и перевод 2 миллионов рублей. Как ваше настроение? Нормально. Планирую по естественной коммуникации добиваться возвращения до обещания аппаратуры. Или хотя бы фото аппаратуры. Спасибо. Спасибо, ребят. Сегодня же были также отпущены из СИЗО глава пресс-службы Greenpeace Андрей Алахвердов и врач судна Arctic Sunrise Екатерина Заспа. На данный момент из 30 арестованных активистов под залог вышли уже более 15 человек. Дело не закрыто. Я так думаю, бороться за то, чтобы было дело закрыто, и мы признаны были невиновными. Куда вы сейчас направитесь? Я направлюсь в душ принять. Накануне вечером из СИЗО Петербурга вышла первая активистка Greenpeace, гражданка Бразилии, Анна Паула Альминхана Масьель. Девушка молча прошла мимо журналистов, держа в руках лист бумаги с надписью «Спасите Арктику». Где именно будут проживать вышедшие под залог фигуранты дела, неизвестно. Пресс-секретарь Greenpeace ранее заявляла, что адвокаты представляли суду бронь в гостиницах Петербурга.